Здравствуйте, меня зовут Алексей Халецкий, а вы продолжаете смотреть ФФА сериал «За Шотландию» в Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall. Если же не продолжаете, а видите эту партию впервые, то рекомендую перейти к первой серии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну, для гильдии, я туда ползу ускорение. Город ставить под дня. И для гильдии. Я просто думал, для... потому что на какое-то время будет не чуть-чуть. Для феодализма 6 ферм. Да я думаю, построить. Что надо с ней решать как можно быстрее. Раз, два. Чей-то поселение. Это так. Мой. Ставить 5 против варваров. Заблудшая душа. Удержание юнитов уменьшить. Он еще не знал, что он... А, нет, это мой пост. Нет, это мой. Нет, это мой. Это мой пост. Может взять вообще эту уже... Античную республику. Очень неудобно. Лагерь... Так, давайте-ка я... гляну, есть ли мне кого атаковать. О, вывел он. Явно под что влиянием. Религию, кроме... Не, там дофига, что-то я смотрю, взял ее. А Стокгольм. Под влиянием Михаила. Так, ну мне надо еще одну. В смысле? У двоих еще есть. Даже у троих. Так, ладно, давай одного посла отправим. Прошу прощения, не туда пересмотрел. Это правильная религия, правильно ты смотришь. Научная религия. Да-да-да, вот я на науку почему-то. 4-6 науки, там опять кто-то нет. Я думаю, что это Арчи. Ну да нет. А нет, это Перс, 4-6. Искру, наверное, взял, да, Перс? Похоже на то. Стокгольм. Паня, ну ты там отвлеки варваров. Мне так непривычно в начале игры наблюдать, как ко мне люди пускают караван. У меня сразу хочется выйти в военные техи пойти сразу. Сразу хочется выйти. Фу, вармонгер по центру. Ну так не сдерживай себя, я считаю. Вот мне только надо еще сейчас пойти кого-то напасть. Это сразу будет красный сигнал. Ну, а что, в центре я карты нормально. Неправильно сделал. Ну, да. Ну, ладно, мы поставим тут. Меня и... Либо тебя, либо ты. Поэтому и рашил защитника на всякий пожарный. Слишком долго думал над городами и государствами. Я увидел, что я в джунглях и понял все сразу. Потом проскроллил карту и понял, что я в центре, стопудово. А что, этот прикол с генералами уже не работает, да? Не, а я думаю, что за фигня, блин. Что-то Марчи набрал генералов и думал всех убить или что там? О чем речь? Раньше, когда генерал подходил, он давал мув. То есть ты мог ударить, закончить все очки, получил повышение, подвел генерала, полечился. А, ну типа как с тележкой? Да. Отговорите, ничего не пофиксили. Так думали, что так и должно работать? А, ну вон оно что, Михалыч. А что он мне растет, не понял я.
Так, Грей, ну ты мой союзник, я так понимаю, да? Ну, в ком я могу быть уверен? Японец, Кир, вы как вообще смотрите на Египет? Что-то пойму. Ну, мне экономический союз, пожалуйста. Раз я первый, я могу выбрать. Да, мне и наушники не мешают. Я просто смотрю по территории, я, допустим, вот у японца я вижу, куда селиться. Меня волнует Кир. Пастбище, железный рудник нужен, между прочим. Мой водяная мельница друг. Нужна. Вот. Слушайте, давайте я тут лучше водяную мельницу буду строить. Сейчас, погоди. А чё мне? Слушайте, я что-то... То ли я туплю, то ли что. Почему у меня город с одним жителем обрабатывает клетку в две еды, но не растет при этом? Что это? То есть плюс 4 еды вход. Город один житель, как он может не расти? Нажми закончить ход, посчитает заново. Нет, там, наверное, 0 вход написано, но полоска заполнена, может так? Да, так. Ну, следующий ход житель. Сейчас вырастет, значит. Какие странные глюки. Ну, это да. Это было тогда. Так, еще одну ферму надо, вот тут на рисе сделаю. Не, честно говоря, мне вот не хочется так прям... Так что, Кир? Что ты мне скажешь? Расселение вот сюда вот делать. Я бы вот здесь поставил. Я говорю, ту сторону, мы как с тобой жить на Индонезию вот бы нападал. Я просто смотрю там, ну, как бы по местам. Я вижу, у ребят есть места. Я просто в центре, я переживаю. О. Ну, я сейчас вот слева поставлю от твоей столицы город. Я тут стоял, все не мог через речку перепрыгнуть. Где? Видишь? Вижу, вижу. Я думаю, не, ну, Став, я имею в виду, что мы дружим, или это все-таки нам не надо попытаться. Но я же принял. Поймать это. Да, да, я вижу, что принял, но это 20 рано годов. Я пох... Ну, я все равно не видел бы его тему. Что там будет он, дальше? Он хочет тут поставить. У меня тогда будет лояльность на город мой. Ну, действовать. До конца игры я тебе точно прогарантирую. Нет, ну конечно. Я понимаю, я понимаю. Я не прошу до конца игры. Я в целом тебя спрашиваю, может, ты просто пошел по воде, я вижу, может, там есть острова, куда-то селиться, хрен его. Так, сколько у него уже городов? Ну, пока не дошел. Понятно. У него уже 5. Это будет 6-й город. Понятно. Единственное, что ты не выкупай клетки тогда. Я не буду выкупать. Там, я так понимаю, одно железо и так тебе не нужно. Не дотянется у тебя до него. Нет, не дотянется. Либо тут он хочет ставить. Тут он не может, то есть ему тут, либо тут.
голландец, а можно на пару ходов? 2-3 хода отдам. Так, феодализм ускорили. Пожалуйста. Ну, если прям 2-3, то окей. Да, 2-3. Мне тоже вот прям сейчас нужно было. Не, я обещаю, 2-3 хода. Спасибо. Поставил город все-таки. Ну, это точно завязка с Индонезией. Сейчас будет влиять на меня очень серьезно всякая эта лояльность дурацкая. Мне с этим надо разбираться будет. Надо еще, кстати... Плотненько тут у нас. Особенно у нас троих. Тут вот сверху посмотреть... Или это мне уже это паранойя, больше мне кажется, нравится. Что плотненько. Пойду попью чаю, не могу, не там, понятно, там у вас горы с одной стороны, с другой стороны пустыня. Разве что за пустыней, в принципе, нормально. И он еще армию строит. Чё, голландец уже тараны подводит в сторону Египта. Очень мне это не нравится. Это не в Египет. Да, ну я что-то не думаю, что прям тараны. Не, ну таран-то я... есть, но он в другую сторону. Антонайо. Нужны клетки, отобранные у меня наглым образом. Я поддерживаю это решение. Все цело. Я на твоей стороне, короче. Этот город плохо собирался. Должен. О, я еще. А, привет, Арч. Да. Панец, а там твоего разведа убили, да? Что, идти вниз или тут ставить все-таки, или сверху? Так, ну его тут варвары прессуют, ладно. Так, поменяем. Давайте-ка мы. Станет, давайте производство поставим. Нужно открыть мне карточку. Блин, а я не поменял. Блин, все еще первый посол висит. Ладно, сейчас через один ход поменяю. Забыл. Просто забыл. К Дамбартону мне надо дороги провести. Привет. Я таки до тебя дошел. Ура. Слушайте, а получается единственный, скорее всего, в ближайшее время единственный, кто всех встречу, да?
Ты ну да, ты же на перешейке. Слушай, Арчи, а вот 4 мрамора рядом, где? Это круто вообще. Ну да, неплохо. Да. 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 А вы-то чего бакаете? Да. Да-да-да. Другой путь. Путь воина. Да. Воина Ягуара? Не, ну сейчас мечников уже. Блин, я не знал про этого, ну, что с генералом эта фишка, блин, не работает. Так она подломала, если честно. Ну да, теперь сложнее намного. Это Динка, ты как, Гонконг? Я, наверное, уже призадумался. Слушай, по поводу Гонконга я пока не знаю. Он, лучше бы он жил, в общем. Ну, пока я его сносить не буду точно. Давай так, скажем. Да я его задефать не смогу, если... Тубан, я задов нефиг делать. Это да. Честно говоря, Гонконг город хороший. Жирный. Там и меха, блин. Да. Сам по себе хороший. Помни, правда, там меха не так уж много. Поменяю, если надо. Меха у меня будут вторые потом когда-нибудь. Когда-нибудь. Ну, сейчас-то, наверное, не надо. Ты же не сейчас забираешь этот город, блин. Да не. Не, просто я убью там еще одну КГшку, а в ней есть меха. Ну, тут тоже есть еще место. С другой я стороны. Понимаешь, я все надеюсь, что я таки... Я уже ходов, наверное, 20 воюю с варварами за моего посел. Все верю, что я бы смогу. Так он уже принял их веру там и оккультурился, он сам варвар уже. Ну, вот он красненький такой бегает на черном фоне, да, то есть уже варвар. Да. Я бы уже новых жителей лучше отправлял. Ну он только. А то там сейчас ставишь воевать, город, там лагерь варваров меня строит. Не, не получится. Там 5 луков, 2 дубалона, все ради одного этого лагеря. Перс, сколько открытые границы можно? Вы видели, сколько ученых ход у Персии? Там этот Стокгольм, что ли? Пойду искать. Нет, Стокгольм у нас тут. А у нас так стоит. Откуда там 9 тогда? У нас это, я имею в виду, у ацтека, испанцы и меня. Пойду искать. Кто пойдет искать? Индонезия. Не понял, почему мне Эдрика не дали. Не, ну без научных. Нет, ты его не найдешь, он у тебя очень далеко. Ну, я ж не сказал, что я сразу найду. Я его пойду искать куда-нибудь, может. Ходов так через цать. А что там у Индонезии вообще за способность? Ну, у них на море в основном, то есть... Клетки побережья и озер дают небольшой бонус средства священному месту, можно? Кампусу и промышленному. Нет. В принципе, зачем они может... тебе пройти вниз? Там внизу море. Морские юниты можно покупать за веру, религиозные юниты не дают. Ну, это ну, вот Кабул, сейчас не особо там... будет работать. Не, Кабул я видел. Но ниже него тоже море. И Кампонг. Там горы и море, там ничего нет. Там моя столица и под ней море. В данном случае... Понял, хорошо. Эти три производства имею от способности Шотландии. Он вернулся в истинную веру. Да, он строит армию. Очень. О, посел. Я еще и первый его встретил. Ее. Это здорово. Так, ну я думаю, что надо возвращаться. Блин, сюда. Там караванов бегает. Может, драйвит? Лучниками. Мне желательно купить, мне кажется, эту клетку и тут военный лагерь построить.
Это видео выходит при поддержке глобальной браузерной космической стратегии consolewar.ru. Игра сейчас в открытом бета-тесте, там появляется много новых фич, например, общий космос, в котором находятся вообще все игроки. Так что заходите, регистрируйтесь, ссылка в описании под роликом, и используйте кодовое словосочетание «Лёша играет». Тут еще место для города есть, в принципе. Грей решил мою ГГшку снести. Твою ГГшку, которая стоит в моей границе практически. Ну, это мой сюзерен. Уже нет. Война. Я бы не простил такого. Мне, чтобы с Греем воевать, надо сквозь это, сквозь Клеопатру пройти. Ну тогда это его как-то пошло. Не надо через это проходить. Успокойтесь. Давайте держать себя в руках. Это цивилизация все-таки. В своих. А я бы прошел. Не надо. Остановитесь. Тут мем с Януковичем должен. Остановитесь. Море. Вот, кстати, Фирактис над всякими этими союзами работает, но мне кажется, знаете, какое-то у них упущение, что в союзе только два игрока могут состоять. То есть, мне кажется, было бы прикольно тут блоки создавать, знаете, там, не два, а три человека в союзе, вот это. Федерация, как в Столарисе. Альянс, Антанта. Антанта. Ну, типа того, да. Тройственный союз. То есть... С одной стороны, тут как бы и можно блоками, но ты с каждым должен отдельно, типа, союз заключить. Он не один союз, вот прям. Там проблема даже не в том, что ты отдельно с каждым, а то, что если ты заключил с одним, далеко не факт, что другой, типа, союзник будет. Ну, просто саму механику могли бы сделать такую. Что в этом сложного, в общем? Я не пойму, где я Индонезию встретил. Кто? Перс. Это, наверное, он к тебе пришел. Около Амстердама. Ну, то есть, около Голландии. Там воин бегает. Тринадцать очков великих ученых. Откуда вам сейчас столько? Что, у меня зависли кнопки все? Да. Shift. Ну правда. Я не мог. Не работает ничего. 12 флэн. Это перс, да? Перс? Да. Ребята, а что за прикол? Я нажимаю типа и на юнит ордер, типа следующий юнит выбрать, и не выбирается. А это бывает иногда. То есть чё, когда один на другого залазит, такой бывает. Началось. У меня вообще озарение не далось за то, что я чудо нашел. Не, так а как исправить это? Это ж вот начнется следующий, заработаем, да. Заработал, по-моему. Так, сейчас надо прокачать мне Магнуса, чтобы у меня города другие качались. То есть пища и караваны в этот город. Опять та же ерунда. В общем, я выстоял, но мы друг друга насрали, не кисли. Отличная новость. Вот вы сярунчики, мы все у захопления от ваших пригод. Что это за высшая наречь? Белорусский. Это наш тут шотландский говор. Шотландский. Сначала показалось, что ты на эльфийском. Ну да, но на самом деле Толкин как раз из белорусского брал.
много слов. Она об этом знает? Нет. Он уже умер. А. Сильно отстали. Может, пока сменить, я что-то не строю кавалерию особо. Вообще надо ее строить. Ну, а вот и Арчи мы встретились. Привет. Странно, вы с Арчи очень близко. Мы с Арчи близко? Да, он прям под тобой. Через джунгли перейти, и считай, он сразу. Подо мной вообще испанец, я думал. Так и всегда. Есть. Ну, тут а, и... то есть получается... Арчи и испанец, и Арчи. Нет, снизу справа испанец, снизу слева а, Арчи. Слева Арчи. Ну, у меня не работает эта кнопка, посмотреть? Я не знаю, что делать. Как посмотреть, сколько ходов дружбы еще будет? Дружба, по-моему, никак. Смущает здесь этот лучник. Ну, пока не увеличивается вроде. Но надо. Хотя я в нормальном веке буду. Не нужен. Охренеть, сейчас ГГшки злые стали. Чё-то на это Антон Нарива просто по лицу надавало. При том, что у меня тут 6 юнитов в стороном. Нормально. Сейчас выгодно ГГшек, походу, в этом держать. В союзе, когда воюешь с кем-нибудь. Так, слушайте, нужны рабочие вот это все обработать. Нету производства. А где мне тут жилья не хватало? А, вот здесь как раз. Не, нормально, ты стены ты и снес. Ну и все, у меня тут два мечника с 10 хп. Там тяжко. Что, ГГшек бафнули, получается? Да. Работают эти, почнул тут.
Не, ну во-первых, ты на них не прокачиваешься, то есть ты отхилиться не можешь. Раньше ты что, стоишь в защите? Тупо хиляешься апами. Ну да, она в тебя тупо долбится и все. Здесь город еще хорошо поставить, чтобы лояльность повышать. Такое противостояние в закупках клеток идет. Леший. Ну, по-моему, я лучше клетки покупаю, чем ты, нет? Ну, я до мрамор не успел. Зачем тебе этот холм? Хоть как, хоть кость что-то пробки, чтобы было. Может, и военку туда поставлю. Так себе торговец. Зал готов, значит, города с губернаторами будут давать неплохие бонусы. Начинаем тяжелую колесницу строить. А ты, Димка, куда готовишься? В смысле? Ну, ты топ по армии. Да это лучник. Я же говорю, я убивал. Меня что-то забесило то, что бросил и потерял. Потерял посел и все равно 7 городов стоит. Ну да. Мощно. Почему 7? 6. 7. Вот. Ну, определись, 6 или 7? Не, 7, я нашел 7. 6 или 7? Свой город потерял? Да, да. Где? Не видно. Вот там, около Вавилона. Вавилон, Матарам. Название похоже. Вавилон. Железо обработать для апа в рыцари, надо об этом не забыть. Так, стрим, еще один ход исследую.
244-240. Кира, тут тебя посел гнали, варвар. Да. Что за судорительная война, кстати? Когда я ее могу объявлять? Грей, слушай, а когда я могу освободительную войну объявлять? Когда кто-то на кого-то напал? Ну ты, нет, по-моему, нет, когда нет. Он город захватит. Когда захватит город союзника. Да, дружбольный союз еще должен быть. Ну еще преждевременно надо обвинить там все эти дела. Ну да. Плюс это. Обвините и 5 ходов, по-моему. Короче, много условий. Не, насчет 5 ходов, кстати, по-моему, нет. Я, по крайней мере, вчера я мог спокойно на следующий ход объявлять просто. А, возможно. Мне ж тогда так и не удалось это проверить. Единственное, что я объявлял война Золотого века, освободитель, но на следующий ход. Ну, Золотого века, да, точно на следующий ход. О, я первый нашел Иерусалим. Ни хрена себе там. Да ты прикинь, какой город. Что б я делал? Повезло. Короче, я сейчас в этот Антонариву просто рыцарей приведу, чтобы закончить. Что происходит? Не, ну чё, тоже вариант. Нормально. Вот это. Нормальный век. Не надо, блин. Не надо нам нормальный век. А ты не в легендарный выходишь? В легендарный. А вот у меня нормальный, поэтому жду не дождусь, когда он закончит. Я уже опять нормальный выхожу, блин. Следующим ходом главное феодализм не забыть и отключить. Так, Пингала занял свое место. Вот видите, жилье как сразу добавляется с губернаторами. Все-таки. Маловато силы. Так, сделаю тут строителя, здесь торговца, здесь кампус бы, конечно. Нам тоже строительство, потому что у меня очень нехватка с производством, а производства нет, потому что не обработаны клетки. Здорово, забыл выключить стример. Славик. Это я затупил. Мне кажется, солить нечего, понимать. Гранада решила с места, да? Ладно, а я что посмотрел, это? Что, в принципе, акведук поставлю, наверное, да и все. С меня свыше будет город. У меня есть место, куда ставить. Да без проблем, всех ставь.
не все клетки конечно, достанутся этому городу. Конечно, война хороша тем, ну, что ты уже захватываешь города с районами просто классными. Это шестой будет но город. Но дело в том, что... Проще его оставить, чем вести... Воевать против лидера по армии, да, хреново. Тем более, что я сейчас затупил. Будет не очень круто. Не, ну вот я же говорю, что акведук теперь надо только лепить. Поэтому... Да не обязательно. Поэтому лучше сосредоточиться на развитии. И... Так будет. Ну я, конечно, там я поставлю опять этих инаковерцев. Плюс 50. Это теперь так называется, да, тюрьма? К производству поселенцев. Давайте вот первого посла вот так. Еще сейчас быстренько в Стокгольм отправим. И надо что-то открыть за один ход. Вот так, мистицизм. Вот, значит, здесь посела. Это недалеко до союзов, друг. Есть куда города ставить. Хорошие причем города. Это не что-то там. Не фигня какая-то. Что-что? Союзы, говорю, когда? Не знаю. Информативно. Сейчас я посмотрю. Все бы хорошо. Тольня. Хандинг, мне на район нормальный типа шел какой-то получил. Еще пока не скоро. Понятно. Сумя раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Минут даже восемь можно будет поставить. Так, ну мне вот в Антиохию надо, что он хочет торговый путь. Антиохия и Вавилон хочет торговый путь, а в Буэнос-Айрес создать копейщиков. Стерлинг продолжаем. Монумент готов. Ну вот этот посел сюда пойдет, этот посел сюда пойдет. Мне тут нужны юниты для защиты. Так нравится Карфаген для того, чтобы побить варваров, дошел до самой последней клетки на севере. Пол карты прошел. У него была какая-то тактика. Все правильно сделал. Ну, плюс 3. Ну, пока строителя надо. Или может вообще купим его. Сейчас мне уже деньги не особо нужны. То есть я не буду в ближайшее время юниты апать. Момент завершен. Ну и построим. И купил, и построю. Антон на Риву стены починил. Класс. Вижу. Круто. Что ты уже сносил, что не сносил? Я был знаю. Подготовившийся. Вот Сандр напал на военный город. Там было 7 юнитов и стены. И он построил еще столько же за следующие 7 ходов. У меня боевая мощь-то выше, чем у Сандры. Перс, у нас дружба закончилась. Там у перса 18 очков этих ученых. Ну, отлично. Ученичество в первую очередь для рудников открывал, чтобы
рудники дополнительное производство давали. Надо. Блин, надо, конечно, все. Тут столько работы. Там искра, рабочим. Наверное. Извините за тавтологию. Проще спросить, Перс, у тебя искра, верно? На город, на видимо. Ну, спрашивали же уже. Ну да, спарк, все верно. Там и написано, действительно. У меня почему-то гранада, то есть такое захватилось, переименовалось на латинский язык. Сандра на английском играет. Он вручную написал. Не. I lived through some terrible things in my life. Some of which actually happened. Димка нашел Антиохию и 4 туда посла сразу. Сидит, копит послов, потом отправляет. Это, блин, так раздражает. Тут в Циве, что вот это не одинаковыми сделали города-государства. Почему нельзя было Кабул поставить на 2 клеточки ниже, да?
Нельзя. Там прикинь бы под... добавить собор Василия Блаженного, какие клетки были бы вкусные. Хотя давайте, наверное, сбегаю сюда, посмотрю, что тут еще не расследована территория вообще. Один ход опять в нормальную эпоху выйду, блин. Вообще город не растет. Уже три хода фиг знает сколько. Испания, сдавайся. Не сдамся. Ты окружен. Есть нефрит на обмен. Так, два хода. А, я тут вырубил просто что-то. Контраст. Сандра, ты не оригинален. А я и не претендовал. А это уже похоже на атом. Ну, как хотел, так. Ну да. Не, плюс 4 к опыту. За удар. На втором уровне у юнита. Все-таки монументальность. Самый, наверное, в золотом веке в такой эре. Эры есть. Строители бегают сразу на холмах строить шахт. Вообще приятно. Кашка от Союза откроешь. Хорошо. Мне нужен еще один юнит для того, чтобы прокачать наемников. Ускорить, точнее. Еще тут, кстати, какой-то город можно поставить. Ну, хотя думаю, что он будет не очень влиять лояльно. Хотя никакой лояльности нету. В принципе. Так, а что-то Антиохия дает. Странно, плюс одно золото за каждый редкий ресурс. Ну, да, можно перекупить антилохи. Вообще надо пооткрывать техи, которые послов дают, я думаю. Теология, военная... Ну, сейчас я в наемники пойду. Вы знаете, после госслужбы, собственно... Я квест Антонарива сделал. Круто. И он умер. Ну, вот не задача. Он там жил... ходов на 15 больше, чем должен был быть. Я просто реально рыцарями его убил. Он мне надоел.
Все, каждый ход клепает по юниту. Каждый ход. Everything has its limit. Iron ore cannot be educated. Какой экономически? Да. Можно тогда я у тебя шоколадку одну попрошу? Ну, в обмен на что-нибудь, без проблем. Ну, на экономический союз. Пожалуйста. Не, ну мы можем просто люксами поменяться. Зачем тебе такой... А есть у тебя есть что-то... Точнее, у меня есть что-то, что тебе нужно? У тебя есть вино и сахар. А у меня есть какао, меха и гипс. Короче, можем прям... поменяться всем. Он мощнейшая сделка. Фу. Да. Неплохо. Арчи, у меня есть. А, ну просто не было. Не показывал. Я, кстати, не знаю, почему не показывает. В принципе, обработаны. Причем два обработаны, два трюфеля обработаны, но реально не показывают, я сейчас тоже смотрю. У нас тут проблема, я так понимаю, что у нас у четверых у всех одинаковые ресурсы. Сандра, ты мне запереть да, решил, что ли? У меня два лекса есть еще. Что-что? Ты мне запереть решил? В смысле? Ну вот, ты посел и уйдешь вниз по речке. Да, хочу поставить здесь город. То есть ты меня хочешь со всех сторон обложить просто? А у меня некуда больше ставить, друг, ну вот честно. Вот ты посмотри на мою территорию, ты видишь, как я селюсь? Я вижу, ты можешь поставить над Ахетаноном между оливками и какао. Ну, если мне разрешить там ставить голландец, я поставлю там город. Не голландец. Над Ахетаноном? Да нет, конечно, мы же договорились, что... Да, мы же вроде договаривались, там просто места такие унылые, и типа, чтобы не было проблем. Вроде так договорились. О! А ты хочешь еще где-то здесь город ставить? Смотри, я поставлю вот здесь вот город. Биг, правильно? Вот здесь. То есть мне проход... Предлагает объявить войну. Давай, погнали. Ок. Индонезийцы, тебе до союзов далеко? Да я как-то в них не иду пока. Я все жду, когда мне город до 10 вырастет. Как-то один плохо. Ход. Ну, через два хода вырастет. И выйду. Автоматом. Ну, в общем, предлагай, когда выйдешь. Ладно. Я так понимаю, что испанцу с ацтеком тем более далеко. Почему? Ацтек там вроде нормальный с культурой. Тринадцать, а у меня 10, а у лидера 30 с чем-то. Ты и с наукой вообще. Леш, мне придется Буэнос убить. Буэнос? Нет, я тебе не дам. Халецкий, я вообще предлагаю тогда на ацтек. Он все равно очень сильно отстал. Ну, мне к нему идти через джунгли не очень, а вот Буэнос-Айрес. Просто, Арчи, чтобы ты имел в виду, что если ты будешь на него нападать, то я могу его захватить на последнем ударе твоем, например. Просто чтобы
не было возмущений. А что у нас получается, вот этот правый континент весь красный, да? Кумарикандам. Это реально кумар. Загляните на consoleworld.ru, а на этом пока все, продолжение будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.